29 мая, РИА Новости. Новые технологии никогда не заменят живого общения в международной дипломатии, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. У нас цифровые технологии внедрили в работу, мы активно функционируем в социальных сетях. Именно потому, что я занимаюсь дипломатической работой, я вынужден говорить крамолу и заявить, что во внешнеполитической деятельности никакие технологии, а их нужно, конечно же, внедрять в работу, не заменит живого человеческого общения, заявил Лавров, выступая перед студентами в Белоруссии. Он пояснил, что можно довести до совершенства мгновенный обмен информацией, но это не заменит это контакты, когда смотришь человеку в глаза и понимаешь, то, что ты от него слышишь, это на самом деле так, или это зондаш и что у него есть какая-то запасная позиция. Только в таком живом разговоре можно понять, где пределы твоих возможностей на этом конкретном внешнеполитическом направлении. Поэтому коротко, исходя из моей профессии, моей работы, моей должности, полный вперед всем передовым технологиям, ни в коем случае не забываем о живом человеческом общении, добавил глава МИД РФ.